Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. Мы в Новокузнецке, вот сегодня выпал снег, вчера ничего не было. Мы, наверное, его с собой привезли. Вот такие красивые снежные елки. Давай, я тебя снимаю, я тебя не фотографирую. Да, прыгай, как ты хотела там подпрыгнуть, чтобы тебе было видно. Нет? Ну ты, я на твой же буду телефон фотографировать. Смотрите, рябины какие большие, деревья. Деревья большие, в отличие от наших. Давай свой телефон, я тебя сфотографирую. Только нормально, не так, как вчера фотографии. Ну я не умею фотографировать ее, давай. Я ничего не увеличиваю, просто так нажимаю. Все, я нажимаю. Раз нажала, два нажала, три нажала, четыре нажала. Хватит? Пять, шесть. А, ну, вот так, давай. Так, так, все? Нет. Да все, хватит. Вот, а я не умею фотографировать. Вот тут поближе, поближе. Поближе, вот где-то по поясу. Давай, вот так. Все так нормально? Да, чтобы фон взяли. Давай. Раз, два, три. Ну все, ладно. Нет, нет. Мы будем стоять здесь до вечера фотографироваться, что ли? Да все, красота. Красавишна! Все, пошли мы дальше. Вот, так что все зеленые. Фотки говно. Мама у тебя не фотограф. Я говно, блядь. Я только умею нажать на кнопочку, стой, чтобы... Стой, у меня же поезд развязался, что молчишь-то, блин? Я не видела. Теперь выгляжу. На фотках. Ну, вот, вот скажите, вот как можно с ней? Пошли на аллею. Нет, давай уже... Я же меня сейчас елки обсыпят, я там дальше обойдусь. А? Там пешеходка. Мне нужно там сделать копию документов еще немножко. И сразу мы... А, вот он, Big Family. В торговый центр. Пешеходного перехода нету. А мы... А вот там что? Может... А вон пешеходка. Вот же пешеходный переход, по идее, здесь должен быть. С той стороны, посмотри, какой знак. Да? Ну, пошли вон там прогуляемся. На свой телефон. Так что здесь тоже снег, по зеленой траве снег. Елки в снегу. А вчера всего этого не было. Ну, а на улице хорошо. Давай дорогу аккуратно перейдем. Свежо. И сейчас там перейдем. Вообще, по-моему, здесь не ходят люди. Ага, здесь не ходят люди, здесь летают. Все, вон машин нету, пошли. Пошли, сказала. Ну вот машина проедет и пошли, больше нет машин. Кого нарушает? Здесь снегом засыпаны даже эти пешеходы. Как их? Пешеходные пешеходы. А, надо было шапку какую-то одеть. У меня голова замерзла. А у меня платок есть. Я хочу вещи. Здравствуйте всем, я Оксана. И жизнь как она есть. Здравствуйте всем. Это Оксана, и вы на канале «Жизнь как она есть». Мы находимся в прекрасном городе Новосибирске. Новокузнецке. Вот такие замечательные лошадь. И что это? Не знаю. Внесем в государственный какой-то регистр. Неинтересно. Не ерничай, а. Герб города Новокузнецка. Да, герб города Новокузнецка. Это прекрасно. Да, дальше. Герб города Кузнецка. Да, молодец. Дальше. Тут года меняются. Ёфтдей. Это типа вот они старые, старые. Вот старый, старый какой, да. А это какой-то... Это 17 век. Они в то время не знали, как волки выглядят или что. Это лошадь. У них лошади так выглядели, что ли? В 76-м году. В 65-м. 1765 год. Вот так был герб. Вот так выглядели лошади в те времена. Вот. Они даже... Государственная 10, 15, печать. Они в 17 веке выглядели посимпатичнее. Да, я тебя тоже поснимаю. Ну, порассказывай что-нибудь. Во, Новокузнец. Ну, просто, честно говоря, за эти дни совсем не было времени, чтобы что-то снимать. Мы все бегом. Ну, вот сейчас у нас последнюю точку мы документы подписали.
И сегодня у нас есть немножко время. А, нет, вчера ребенок меня замучил. Мы свои дела закончили. И вот мне в торговом центре снимать, в трехэтажном, совсем не хотелось, потому что я там не ходила. Я там ползала практически от скамейки до скамейки. Меня хватило только на один этаж. Вот честно. На перебежками со мной помогали. Короткими перебежками. От лавочки до лавочки. Я да. Думала, да посиди, я тут еще в парочку зайду. Меня это так утомляет, оказывается. Вот. Ну, а сегодня у нас есть немножко времени. Завтра утром мы выезжаем отсюда. Что мне нравится? Очень зеленый город. Мне кажется, или после снега из-за трава еще зеленее стала? Ну да, был же снег. Получается, мы утром приехали, и на следующий день у нас выпал снег. Мы еще посмеялись, что мы с собой его привезли. Вот, а сейчас опять зелененькое. Я хочу, чтобы ты меня с Рябиной сфоткала. С Рябиной сфоткала. И вот так вот под каждой елочкой сфоткай меня. Под Рябиной сфоткай меня. Давай, как будто я ягоды ем. Кого ты ягоды ешь? Рябину. Вот сама селфись. Не хочу селфиться. Ладно, отключаюсь, буду фотографировать. Есть. Так, ну вот, идем мы. Вот нам посоветовали. Ну, мы вчера были в этом торговом центре Rich Family. Это торговый центр Globus. А, ну торговый центр Globus. Магазин Rich Family. Да, там столько всяких пазликов, там столько всякой ерунды для детей. У меня ноги болят, я только сейчас это поняла. У тебя ноги болят, мне да? Ходить больно. У меня вчера коленки отнимались после твоего похода по я твоему торговому центру. Джинсики, свитер и футболочку. Да. Что мне это стоило? Мне кажется, я дома за месяц столько не нахаживаю, Валера, сколько вчера я ходила. Да. У меня нету мелочи. Есть у тебя мелочи? На. А, у тебя полтинник. Это как его? Вот. Валера, я говорю Валере, мама, мы с мамой, мы приедем с мамой, давай себе сумки у тебя дома бросим. Ага. Если что, погуляем, да? Говорю, покажешь город? Он говорит, да типа, что ему показывать? Говорю, я сам ничего не знаю. Сходите в галерею или в Ауру. Это огромный ТЦ больше, чем он. Типа, по экскурсии. Я говорю, нет, мама не пойдет. Кошмар. Упоминание о ТЦ, мне, наверное, они в кошмарах. Ну смотри, согласись, они здесь удобнее, чем в Якутске. Чем? Тем, что в одном ТЦ ты можешь найти все, что тебе надо. Ну, у нас что, тоже такие есть? У нас нет таких. Не знаю, я знаю. У нас магазины знаю. Очень бедные, у нас ничего там интересного нет. А если есть, то это по космической цене, нафиг надо. У нас нет всяких... Не, ну да, конечно, меня вчера вот детский этот магазин поразил. Там вот всякой такой ерундой. Все такое няшечное, все такое классненькое. Не знаю, как я это повезу. Сейчас пойду... Мама забрала у меня большой ребятишкам. Чемодан. Да, чемодан я у нее большой забрала, он ей не нужен. У меня нет вещей. Сумку возьмешь. А я поеду с большим чемоданом. О, какой-то танк стоит. Не танк, танкетка. Когда я одеваюсь, как бы. Я тебе говорю, ты меня не слушаешь. О, еще и пушка там стоит. Ну вот, видите, у меня появилось время чуть-чуть поснимать, пока мы идем до центра. Ну, пока не знаю, когда я это выложу. Давай, мы продолжим чуть позже. Позже. В общем, зашли мы позавтракать, наверное, пообедать, потому что питаемся. И поужинать. Ну, да. Раз в день, по привычке, как и в Якутске. Поэтому зашли в ближайший торговый центр. Ну, где мы будем все это брать. Здесь получается маленькая кафешка шашлыков. Сейчас перекусим. Пока в ожидании. Вот. Такой вид из окна у нас получается. На улице очень тепло. Ну, по сравнению с Якутском, очень тепло. Даже трава еще зеленая. Немножко перепутала. Вот говорю, что с выездом у нас самолет в 23, да, Вика? 23:20. А я... А? 23:05.
А я машину утром заказала на 8:30. Я почему-то думала, что на 7:20 вылет. Я просто перепутала в билетах. У меня билеты еще на руках на 25 число. Я тоже сюда поеду. И в те билеты на 7:20 вылет. Я перепутала с теми. Взяли немножко, думаю, 1-2 с запасом. Поедем. Но оказалось, мы еще в Новосибирске. Будем ждать. Ну, лучше заранее.